Ага, запись пошла. Значит, друзья, вы видите мою помощницу, мою любимую племянницу, вот Мельникову Юлию Сергеевну. Вот у нее свой маленький питомник. Он питомник маленький, но какой? Вы поверите, что шелковица в Сибири может расти, плодоносить, и по методике зеленого черенкования Железова. Это отдельная тема, это учеба, это не сегодня. Давайте вот такие результаты. Значит, итак, это была посадка прошлого года. Втыкали маленькие, размером с карандаш, с листиком черешочки. Накрывали бутылками. Прошло год, и если считать это июль и август, год и 2 месяца, 14 месяцев. Вот это результат. А представляете, если ее не трогать, какая будет мощь через несколько лет. И плодоношение, внимание, на второй, третий год, если ее не трогать. Ну, пересадка может приблизить плодоношение, а может быть и отдалить. Насколько удачно. Насколько удачно в нашем случае, будет зависеть, как выкопаем. Внимание, отдаю Юле. Дай, когда она идет, и запись. Так. Идет. Отдаю Юле. Беру лопату и, как старый волк, начинаю выкапывать. Нам надо выкопать 5 штук. Продает она их по 1000 рублей. То я считаю, что она бесплатно отдала. Почему? Это Сибирь. Это самая морозостойкая в мире шелковица. Поехали. Задача. Не повезет с голыми корнями. Ничего. Просто сильнее сделаем обрезку. А если повезет, то... Человек приедет с Абакана, он уже едет, и купит ее прямо с землей. За землю деньги не берем. Так. Ну, поднимаем. Смотрим, что получилось. Так, к сожалению, комом земли выкопать не удалось. Так. Земля рыхлая. Теперь корни на месте. Но это учеба, ребята. Я использую этот случай продажи шелковицы как учебный фильм. Значит, соотношение корней, поверьте, я знаю, что делаю. В таких случаях 50%. Вот. Торец замазываю. И потом забуду сказать, я каждый раз забываю. Вот это ценнейшие листья. Это для диабетиков. Вот человек приедет, мы ему вот этот продадим, Юля продаст, так? Угу. Вот, тут осталось только торец замазать. И вручит вот это уже не наше, это уже его. Но ценнейшие листья по снижению сахара при диабете. Проверено, это официальные данные. И уже народные данные. Теперь осталось мне что? Эту стороночку на чистое место. Вот, и осталось замазать. Закончился у меня, к сожалению, садовый вар Бугаркова. Первый попавшийся купил. Первый попавшийся. Пока тепло, он действует. На холоде он твердый сильно. Вот. Все. Теперь все, да не все. Сейчас мы должны это поставить, вернее, посадить. Вот в этот вот очень хороший мусорный мешок. Как это я делаю? Ставлю, внимание, и засыпаю землей, чтобы не сохли корни, даже пусть на несколько часов, но чтобы они не сохли.
Все, теперь алло. Завязываю и благодарю за внимание. Конец съемки. Здравствуйте. Да, да, да. Да, 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 у нас есть еще несколько штук. Да. Все, клиент Персиков позвонил, нету, да? Да, к сожалению, уже все закончились. Все, я отключаю. Ну, вам сколько нужно персиков, скажите мне. А может быть, послушают люди? Один? Ну, я поговорю, еще спрошу, вам скажу попозже ответ. Хорошо, у вас WhatsApp есть? Съемка идет, пусть идет. Давайте я вам через WhatsApp отвечу, у меня у тети тоже есть, я поэтому у нее спрошу, если у нее есть, то мы вам сможем один саженец персика, еще что вы хотели? Шелковицу? Тоже один, да? Шелковица по 1000 тоже. Персик по 1000 и шелковица по 1000, да. Угу. Пошли на расхват, да? Да, хорошо. Ну все, я вам отвечу через WhatsApp. Нормально? Угу. Из Красноярска звонили. Так, ну что, давай так. Нам осталось выкопать 5 штук. Угу. Вот, и по-моему, тебя скоро разорвут. Вот да, на уже этой. Не хватает ничего. Уже не хватает. Да. На этой оптимистической ноте я заканчиваю съемку.